Во, пошла игра, пошла отсчет. 5-4-3, 2-1-0. Первая игра финала versus капа номер один. И розовый эльф. Вся информация. Да, что я могу сказать. Мне только что выключил микрофон на самом интересном месте. Это фейл просто, это фейл. Это беда. Весело будет сегодня стрим с этим микрофоном. Так, пошли рабики, ставятся алтари. Необычное здание вот, у обоих раз. Ну, по крайней мере, у эльфа непривычно для меня. Очень непривычно. Чё будет, где СМК или Архимаг? Что ты думаешь? Или Вист, игрок, который всегда делает Архимаг? Я думаю, будет Нага и застройка на Т1. Это более вероятно. Если ему что-нибудь... Ну, то есть для него это стандарт. Если ему что-нибудь в голову не забредет, то он сыграет Архимага или МК. По-моему, так с Тинкером застраивать удобнее, чем с Нагой. Да, ну... Ну, не знаю, я в этом как бы... Не очень. Да, ты-то в абузерских статах не очень. А. Фоги палат. Застройки с Нагой или с... Застройки просто, что ли, какой-то? Да, ну, просто застройка. Фоги. Тоже мне. Хватит обзываться. Логи не бомж. Логи. Ой, тут Сергей Манхантер. А вот Логан бомж. Ну ладно, Логан бомж. Все. Все переводим. А что тут Демон Хантер? Я не понимаю, почему Демон Хантер на такой карте, тут уже третий левел. Потому что это. Потому что это Демон Хантер и потому что может быть МК. Тут Архимаг. Демон Хантер, он. Универсальный просто. Ну. Фиг знает, может потому что Лис играет в рифлопуш чаще всего. И демон против этого как-то получше смотрится, чем Вард. Я не знаю почему. Демон такой против. Ну захотелось человеку сыграть демона, что ты перевелся. Я буду негодовать сидеть сейчас. Я что в последнее время стал играть Вардом. Да вот. Ты что? Да ты что? Да, ты чем? Как ужас. А сейчас соло Варден против Вада, знаешь, как прикалывает? Знаю. Смотри, сейчас будет накидывать ЛС. Не, что-то он не очень хочет накидывать ЛС. Надо вроде стоять рядом с Виспом, потому что... Да, Арчер просто Виспом будет вести, и все. О, хотя не, все равно накил. Мы не знаем скрипта просто. И как-то не по скиллу вообще. Да, не по скиллу. А вот фермочка по скиллу ставится. Хуман более начал по скиллу. Скажем прямо. Да, все бьют. Что-то вообще никто не бьет Рема. Вот, я хочу добить звуки. Тебя нормально слышно? Да, нормально. Все, отличненько. Что-то выпадает. Пятетка скорости. А эльфа у нас что? Цирклетка и плащик. Плащик. Выпала вакансия. Что-то грейд. Вообще как-то странно так играет. Ну, точно по скилу. По стандарту. По своему какого-то неведомому эльфистому. Хотя... Любой. У каждого эльфа свой стандарт. Тут одного крипа. Что-то не захотел добить он. Дыха тут пошел. Увидел 4 фута Архимага. Подумал, ну его нафиг. Побежал тут обратно. Домой. Домой. Моноберн. Хоп. Нет, не хоп. Не хочешь моноберна. Застройка или нет? Мерков. Я пока вообще не понимаю в игре ничего такого, что происходит вообще. Ну ты потому что вообще стакрафтер. Смотри, врубает он. Жар. Жарит демон. О, демон жарит. Ну чё, ну Хуман собирается ставить экспан, но здесь он может столько рабочих потерять. Ну здесь... Ну если контроль, то, есть... то особо не потеряет. То есть в идеале Хуман после вот этой точки идет ставить сразу экспан на зеленый вниз. И все четко. Кстати, еще демон забирает айтем, сразу его читает, это Scroll of the Beast. Тут вот и биты, два раба умерло, тролль умирает, вообще все плохо. Тут как-то уже, по-моему, очень плохо для Хумана, реально, тут сейчас третий. Хотя третий левел. Третий Архимаг. Да, умирает четвертый пион, еще один. Фут, ну, Дыха наконец, смотри, Дыха окружает. У него есть плащик, третий левел. Плащик будешь вязать? Но да, юзает, но там, да, обсерватория есть. Он сейчас пытается максимально убить и делает ТП. Да, сейчас будет минус ТП. Все, 20 хп.
А Хумана еще даже тир не начался. Ну какой тир? Да, он все равно будет ставить экспанд. Все, побежали рабы. На нижнюю точку. Третьего демона ставить экспанд. Ой. Быстрее. Скай думает, что Хуман будет ставить экс вверху там у себя где-то, а он ставит его внизу. То есть такой, я бы сказал, более матерно, но ладно скажу, небольшой финт. Вышами делает низ. Не, ну смотри, но если бы он ставил наверху, то у него тут висит висп. Он бы увидел сразу. Смотри, берет дарку, идет, кстати, сразу на мейн пушить. Это четкий пуш. Это четкий пуш. Ты по скиллу пуш. Видишь, что я этот тир должен сейчас догадываться, что что-то здесь не так. Да, что-то не то. Или забыл, или нычка. Да. Но, скорее всего, забыл. Потому что это же клан Версус. Скорее всего, забыл. Да, я с тобой согласен. Кстати, почему сейчас Хуман не пошел? Он на мейн к эльфу. Могу хорошо развести его, убить тут лордницу, магазин даже отменить. Ну, в общем, я не понял сейчас. Вообще, мало чего понимаю. Он сейчас здесь больше потеряет, чем приобретет на защите своего мейна. Хотя эльф что-то даже как-то не собирается особо атаковать. Ну, с ментами он, то есть, такой отобился, ну, естественно. С этим хитом раном ты убивается. Жалко, тут не Нага, с Нагой было бы покомфортнее, но он решит, шел, наверное. Один пуш, все. Здесь это будет пуш с дрядами. Все-таки. Экспанд тем временем уже ставится. Всего пока две башенки. Не по скиллу. О, не по скиллу. И у футов нету. Нету дефенса. С кем? С кем? С дрядами. Да, у Фуривинса отличные воспоминания. Рядом, кстати, смотри, тут резак. Резак на экспанде нарезает. О, это же моя тема, он смотрел мои демки, он знает, как это. Да, естественно, он смотрит только твои демки, больше ничьи. Да я тебе говорю, я с резаком такие темы вообще делал. Архимага нарезает, тут куча просветок летит. Оба без сапогов, оба не по скиллу играют. 150 просветок. Да. Это, блин, тут день начался. Очень грамотно. Бью дарку. Резак тут уже почти всех рабов нарезал. Тайгу, это моя тема вообще. По скиллу все делает. Пацан. Тут скиля сейчас добьет футмена. Парим. Да, да, да. Не добьет, не добьет. Не добил. 5 фитов. Что такое вообще? Ну да, это же. Что такое? Пауза, что такое? Мэпхак глючит. Все починил, нормально все. Дарка наполовину первая, ой, наполовину вторая. Архимаг краснючий, магазина нету. Нычка вообще без рабов. Ой, тут бедный шедер. Стоят менты, что-то обсуждают, что-то. Они обсуждают, сколько брать денег с приезжих. Смотри, тут еще дряды на мейне стоят. Пускай. Ой, тут сейчас минус тролляка будет, смотри. Минус тролль, сколько 295 стоит золото. Еще сколько-то 40 леса. Сейчас твоя. Сейчас, наверное, ты просто. Не знаю, у тебя будет траур, били тролля. Да, я видел. Тролля убили. Ну главное, что шредера не убили. 29 лимита против 40. По-моему, тут уже как-то. Минус экспанд. Сейчас кум как грамотный. Мне что-то вообще. Он собирается бежать. Защищать. Хум взял, да, трех ментов и пытается защитить. Ну, у него получится что-то, нет? Нет, да? Здесь просто архимаг затыкает и все. Грамотный быв коня. Да. Что-то забыли. Ну, это же, блин, опять же, повторяю, это команда Versus. Ой. Тут все, красные скелеты вызываются. Архимаг на 70 хп что-то тут хочет сделать. Умирают почти все фортмены и...